Оплачивать долги регионов будут из карманов жителей страны. А именно, предлагается увеличить ставку налога для физических лиц. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. Чиновник объяснил, что примерно 38% регионы тратят на выплату заработных плат. А еще 3-4 года назад этот показатель был ниже на 10%. Такие показатели могут привести к банкротству регионов. Поэтому рассматриваются разные выходы из ситуации, в том числе и повышение ставки НДФЛ на 1-2%. Пока это только предложение, но к осени текущего года решение, как не допустить банкротства регионов, должно быть принято. И, возможно, повышение налога на доходы физических лиц будет введено уже к 2019 году. Напомним, долг Саратовской губернии составил более 44 миллиардов рублей. Из них только чуть более 21 миллиарда бюджетных заимствований. Остальные – кредиты коммерческих банков.